Во Владимире открылась 20-я межрегиональная выставка «Стройпрогресс-2018». Более 80 участников представили на ней передовые технологии в сфере строительства и отделки зданий, коммунальную технику, идеи для дизайна помещений. С самыми интересными гостями мы побеседуем в выездной студии телеканала «Губерния-33». В выездной студии телеканала «Губерния-33» на выставке «Стройпрогресс» мы беседуем с руководителем отдела маркетинга компании «Окна Пласт Плюс» Екатериной Тарасовой. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какую продукцию вы представляете на выставке «Стройпрогресс»? Наша компания занимается производством пластиковых окон, а также алюминиевых конструкций. А свою продукцию мы реализуем в 6 регионах страны. Это в Ивановской области, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Костромской и Нижегородской. А чем окна вашей компании выгодно отличаются от окон других? Во-первых, мы являемся заводом-производителем, то есть мы гарантируем для наших клиентов самые короткие сроки. Во-вторых, у нас собственный транспорт есть, и мы доставляем продукцию в эти регионы совершенно бесплатно до заказчиков. Замер, доставка и подъемный этаж у нас бесплатный. Благодаря тому, что мы занимаемся сами производством окон, наша компания дает клиентам выгодные цены и хорошие скидки. Каждый месяц у нас действуют очень выгодные акции для клиентов. Также на этой выставке, например, вы можете получить вот такой вот купончик на скидку 1000 рублей и воспользоваться им в любом нашем офисе продаж. В Владимире у нас 3 офиса продаж. Из этого я делаю вывод, что во Владимирской области у вас широкая клиентура. Мы работаем вообще по 3 направлениям. То есть это розница, дилеры и корпоративные клиенты. Для каждого клиента мы можем подготовить специальное предложение на любой вкус и кошелек. Также мы занимаемся собственным производством стеклопакетов, и поэтому мы предлагаем так называемые умные окна с различными напылениями, такими как энергосберегающие и стеклопакеты климат-контроль. Это стеклопакеты, которые и согревают, сохраняют энергию в доме и защищают от солнца. То есть поддерживают в любое время года комфортный климат. А стоят ли такие окна в домах у вас, у ваших сотрудников? Сотрудники активно пользуются тем, что, в принципе, для сотрудников мы предоставляем определенные тоже скидки. И наши сотрудники, конечно, пользуются нашими окнами, ставят себя домой, и все очень довольны. Я напоминаю, что в выездной студии «Губерния-33» была руководитель отдела маркетинга компании «Окна Пласт Плюс» Екатерина Тарасова.